Я думал, Яндекс это дно, это вообще большое глубокое днище, как черная дыра в вселенной. Это вообще безущее безразличие, оказывается, курьером. Вот смотрите, KFC упал мне. Че он падает? Уже как час. Уже как час заминировали здание Магнума, Сулпак, где там находится KFC. А это до сих пор заказы падают. Как так, понятно? Че ты секундочку не хочешь? И дальше. Ну вот. Смотрите, солдат нацгвардии в оцеплении выставили. Походу все серьезно. До сих пор поступают заказы KFC. Вы что, KFC творите, господа? Вы что? Почему вы подвергаете опасности курьеров? Я не могу понять. Что за дела? Яндекс. Почему я? Вот написала поддержку. Чат. Срочно отменить заказ, военно-опас, бомбу у нас есть. Почему заказывает, так почему курьер подвигает опасность еще? Еще он сам должен отменять. Я не буду отменять, сами сюда загнали. И сами отменяйте. Вот, фотка сказала. Здравствуйте, мне жаль, что вам пришло. Так, мы и фрейм фонтан, и вы почему такое, что не было. Я не могу отменить заказ, но вы можете сделать это самостоятельно через кнопку отменить. Когда причину отмены. Отменяйте заказ, бездушный бот. Вот, смотрите. Да. Это вообще, вот, я не могу отменить заказ, может я точно как вы. Я не буду отменять. Я не буду отменять. Мне 10 баллов, дорогие. Вот такая бездушная, оказывается, Яндекс. Жди теперь этот ролик в ТикТоке и Ютубе. Вот, нацгвардии даже выставили, все заминировано, и короче, вот такие дела. Яндекс мне скидывает опять заказ KFC, который находится здесь, который я не могу дойти. Пишу поддержку отменить, они как всегда, вы можете сами отменять. Мы не можем сами отменять, потому что они забирают наши 10 баллов, раз. Потом они пишут, если вы будете часто отменять, мы можем вас заблокировать. Понимаете, они вот так нагло вот так нам говорят и предупреждают. Вот, я им писал, что здесь бомбу нашли, отменяйте заказ. Здесь угроза опасности жизни. Они нет, отменяйте сами. Почему я должен отменять? Они нам не дали такой заказ, они не контролируют, получается, работу. Почему KFC до сих пор поступает заказы? Почему должен курьер сюда приезжать в опасную зону сейчас, в данный момент, который находится вот здесь? Господин Яндекс, господа, KFC, почему у вас такое безалаберное отношение к работе, к своим обязанностям, начальники? Здание Магнум заминировано, походу все серьезно, почему-то на тварью оцепление установили. Может такая процедура, я не знаю, первый раз такой вижу, конечно. Вот. До сих пор KFC заказы поступают, вот, которые находятся внутри. Поддержка не хочет отменять, как обычно. С клиентом я не могу связаться, они телефон не указывают. Вот такие они нештатные ситуации, не хотят решать проблемы наши. Я не собираюсь отменять. Почему я должен отменять и терять свои 10 баллов? Когда мне положено за это компенсация, я свое время потерял. Они даже мне выплачивают компенсации. Они придумали там отмена минус 10 баллов, а при этом курьер ничто, да? Курьер ничто, Яндекс все, да? Типа, клиент это все, божество, которое бабки приносит прибыль, а мы, оказывается, просто расходный материал. Мы должны здесь стоять, ждать, когда отменят заказ, оказывается, угрожая себя в опасности, подвергая. Продолжаем наш ролик. Вот. Первый я вышел на линию, вот мне упал заказ улица Едиль 26. Да, у Едиль 20/1. KFC, который находится в здании Магнума. Пристройка. Я приехал, смотрю, что-то этот оцепление, оно. Ну и сразу подумал, что заминировано. Сразу понял. Потому что везде стоят полицейские, пожарные, скорая помощь, людей выгоняют со здания. Ну ладно, написал поддержку. Поддержку написал. Начнем. Архив. Вот, смотрите, что я писал. Срочно хотят здание.
Срочно, хотят здание KFC взорвать, позвоните мне. Понял вас, Арман, дайте мне буквально 5 минут, я вернусь с информацией. Вот фотку отправил, напишите, пожалуйста, какая помощь вам нужна. Я смогу решить вопрос прямо в этой переписке. Срочно мне перезвоните, хотят здание KFC взорвать, мне угрожает опасность. Вы можете отменить заказ сами, для... как всегда, вот тупые ответы. Еще раз пишу, хотят здание KFC взорвать, мне угрожает опасность, перезвоните мне срочно. Я не могу отменить. Слышишь, бездушные, вот, хотят KFC здание взорвать. Перезвони мне, я в опасности. Проверил все сейчас, и опять KFC хотят взорвать. Мне уже опасность попадает тренд, и кто YouTube, благодаря вашим бездушию. Ну, заказ отменил сам отправитель, потому что, я как вы по адресу видели, он находится Едиль 20/1. Вот, смотрите. Вот он отсюда заминирован, а получатель там находится. Я ему поехал, сказал так и так, вот такая ситуация. Он написал в поддержку с Яндекса еды, они отменили заказ. И при этом мне выплатили компенсацию. Я почему должен вот этот заказ опять отменять? Я уехал дальше, мне опять этот KFC падает. Почему агрегатор уже час как заминирован здание, они не отключили агрегатор? Почему до сих пор заявки принимаются? Почему они подвергают курьеров опасности? Должны курьеры сюда приезжать? Почему? Что за такое безответственное отношение со стороны KFC и Яндекса? Почему у них оперативно все так не работает? Раз. Почему я должен отменять? Почему я должен свои 10 баллов терять? Своей репутацией страдать? И то, что они там предупреждают, что за час отмены могут заблокировать вас. Хотя они там пишут, что можете сами отменить. Вот эта патовая ситуация непонятная. И почему я должен бесплатно отменять? Я бы мне, значит, сюда отправили, я свое время занял. Они должны мне оплатить за это. Значит, компенсацию выплатить мне. За то, что я свое время потерял здесь. Почему я должен все это отменять? Вот такие вот дела, господа. Вот такая бездушная этот Яндекс.